Пускай сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимый мощный знак. А в нем такая же сердечность от нас, мужчин. Да будет так. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Без вас отчаянно дичаем, не интересен мир и зол. Как раз тогда и замечаем, какая сила, слабый пол. Природа радости невинна, но одиноко так порой. Прекрасна наша половина, спасибо ей от всей второй. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Дорогие любимые женщины, поздравляем вас с этим прекрасным праздником весны. Желаем вам семейного благополучия и любви. Всего самого наилучшего. От всей души поздравляем вас с первым праздником весны, 8 марта. Пусть в ваших домах и сердцах всегда царит мир и любовь.